И какие поручения, которые Юрий Поляков давал на прошлой неделе, уже выполнены. Подведем итоги. Итак, приведение пандусов для маломобильных граждан в соответствии с нормативами. Такую задачу глава Анапы поставил на прошлом планерном совещании. В зоне особого внимания – объекты торговли и общепита. Работы на минувшей неделе начались на углу улиц Краснодарской и Горького. Также выполнено поручение Юрия Полякова, которое он дал во время выезда в Алексеевку. Местная жительница пожаловалась на состояние улицы Овражная. Один из застройщиков провел коммуникацию, а вот дорожное покрытие восстановил некачественно. Здесь была проведена так называемая работа над ошибками. Дорога восстановлена. И еще. По просьбе ветерана Великой Отечественной войны Николая Бомка на улице Овражной оборудован металлический мостик через канаву, которая расположена недалеко от дома Героя войны.